Скажи хотя бы, как тебя зовут? Мы разве не переспали? Я западаю на таких деревенщин, как ты, когда напиваюсь. Ты назвала меня деревенщиной? Ты угощал меня жареной картошкой. Я родился и вырос в Бруклине. Мой отец больше 20 лет работал охранником. Гордиться особо нечем. Годами я совершенствовал свои навыки. Надеялся, что однажды заработаю достаточно, чтобы позаботиться о своем старике. Мне нужен был всего один шанс. Я сделаю тебя богатым. Что? Ты должен узнать коммерческую тайну моего конкурента. Но это же воровство. Это возможность, которую ты так долго ждал. Ты ведь хочешь узнать, как живут другие? От режиссера фильма «21». Доброе утро, мы сделаем из тебя другого человека. Чтобы тебя приняли, нужно выглядеть так, будто ты уже один из них. Хочешь попасть в этот круг, нужно соответствовать им. Добро пожаловать в Icon. Спасибо. Джок Годдард, Адам Кэссиди. Это Эмма, член Лиги Плюща, училась в Принстоне. А я в Йельском. Пытаюсь всеми способами пробиться наверх. Поможешь? Она твоя. Я не могу. Еще как можешь. Ты напоминаешь мне Уайта. Я знаю, однажды ты станешь моим конкурентом. Я на пороге великих открытий. Ты никогда не сможешь сделать что-либо подобное. Правда? Вы этого хотели? Заплатите мне, и я ухожу. Ты уйдешь, сынок, только когда я тебе позволю. Ты полностью под моим контролем. Этим летом. Уголовный отдел ФБР. Будешь шпионить за Уайтом, попадешь за решетку. Перейдешь дорогу Коддарту, умрешь. Мы записали все твои разговоры с Уайтом. Паренек слишком много знает. Давай прокатимся. В партии с двумя королями ты стоял на плечах гигантов, а теперь я стою на твоей шее. Даже пешка. Все, что ты говорил, было ложью. Я все исправлю. Может изменить ход игры. Я использую против них то, чему они меня научили. У нас есть точные данные. А откуда эти данные, Ник? Паранойя. Скоро.